Знаешь, Randall Dez, видишь, и директива ваша больная, блядь. А все против спадут этот повод. Тата, скажу еще раз. Я живу в Конгрессе, уже ваш вид кадет, сейчас прием текста, мне запрещено жрать, спать, отдыхать, находиться в московской квартире, находиться на московской территории, пользоваться компьютером, пользоваться камерой, пользоваться одеждой, пользоваться косметикой, иметь семью, пользоваться услугами семьи, пользоваться ассистом, значит, помощью семьи, значит, любые платежи у меня напрямую деньгами, обманывая меня и подставляя меня под расправу в магазинах, по помощи, значит, в компьютинге, помощь в любом саппорте, запугивая семью, помощь мне перед ассамблеей, как так, как вредно Путин, Обама, как вредно, можно Нетаньяху. Самот.